Всем привет, с вами Стив Про, и сегодня покажу мод, который добавляет снежного голема с ПК в Minecraft Pocket Edition. Вот мы в этом мире, но для того, чтобы построить снежного голема, нам понадобится снег и тыква. Ставим два блока снега вверх, и сверху ставим тыкву. Но на этом еще не все. Для этого нам понадобится палочка, тапаем палочкой по блоку тыквы, и у нас появляется настоящий голем. Конечно, он маленько другой. На ПК он маленько худее, так сказать. И на ПК не нужна палка, как вы знаете. Ну, кто играл. К сожалению, он не стреляет снежками. Не оставляет под собой снег. Так, как видите, вот такие тоненькие ручки. Ну, от этого моба толку нет. Он просто... для красоты, так сказать. Но с него дропается мясо и кожа. На ПК такого нет. Это просто замена какого-то моба. Возможно, это замена коровы. Так, вот с него тоже это дропнулось. Ну ладно, давайте вспомним еще одного. Просто так. Вот. Ну, такой мод довольно прикольный. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.